Всем привет! Тоху 2 сегодня играем. Это уже 42-й стрим мой. О, дождался я этого момента, наконец-то. Так, сейчас я включу. Так, эмулятор. Так, лого. Включаем. Все. Можно писать там, как все видно, потому что эмулятор немножечко такой нестандартненький. Надеюсь, я изображение не сильно растянул, потому что у него нету каких-то настроек в плане там в 4 раза увеличить экран или что-то. Тут можно просто мышкой растягивать окно, и его можно растянуть некорректно. Ну, в общем, я думаю, что вроде нормально получилось. Фу, поехали! Тоху 1 мне просто вынесло мозг, и я теперь решил пройти Тоху 2, поэтому сразу начинаем. Настройки... Так... На нормале буду играть, конечно, но я не псих же играть там на лунатике или... Вот, так, плееров, ну не знаю, ну ладно, поставлю все по дефолту, чтобы было все по-честному. Вот, даже резет нажму. Поехали. Так, что у нас тут написано, надо пытаться читать. Невозможно. Печально. Это что, выбор уровня? Или что? Ну, я выберу тогда, что по центру, наверное. Все пока что будем выбирать то, что по умолчанию дается. Так, Story of Huma, что-то там было написано. Так, что тут происходит? Я могу летать. Так, я могу стрелять и взрывать. Ой. Так. Вот это можно собирать, вероятно. Геймплей отличается от первой части, как мне и говорили. Так, так, очень много всего летит на экране. Или я от этого не умираю, я не понимаю пока. Ну да, я уже говорил на первом стриме, что я не играл в Тоху никогда раньше. Даже в современной части никакие. Только вот первый прошел недавно. Так. Попробуем это взять. А вот эти вот меня точно уже убивают, белые шарики. Так, собираем все, что можно. Играю я на геймпаде Xbox 360. Потому что после клавиатуры у меня там рука потом болела весь вечер. Так, мы это можем убить же, да? Правильно? Так. Так, это что такое? Типа мини-босса? Ну, вроде бы не сложно пока. Так. В первой части музычка вообще меня порадовала очень сильно. Я удивляюсь этого Зана, вот, который создал эту игру. Он и композитор, и художник, и разработчик. Это вообще гениально. Интересно, что бы тут на лунатике было? Наверное, скорость высокая или пулек очень много. Так, а вот эти П, они мне дают чисто только очки или что-то еще полезное? Пока я не понял. А вот эти фиолетовые, что-то непонятно. Когда я беру, вот у меня появляются какие-то, по-моему, цифры там. В первой части уровни были вообще ни о чем. Самая фишка была в боссах. А, в этой части не знаю, вроде бы уровень, ну, поинтереснее, чем в первой. Так, это что за невидим... О-о-о-о, меня потратили. Так. О, ну, к сожалению, в диалоге не сможем читать, я не знаю, как это сделать. Там все программы, которые вроде бы для исправления этой штуки, они... Во-первых, они на японском, во-вторых, они 16-битные, у меня они не запускаются на 64-битной операционной системе. Так что диалоги придется пропустить. Ну, что-то говорят. Тут даже трое что-то говорят разных персонажей. Так. Вот это вот уже интересно.
Так, уворачиваемся. Наверное, тут тоже разные фазы есть. Разные виды атак. Так. В принципе, главное уворачиваться, а попадаю я в него так или иначе время от времени. То есть, если всегда уворачиваться, в принципе, то можно и пройти. В отличие от первой части, где нужно было еще шарик этот толкать. Ну или мячик. В общем, так, ну, вроде бы нормально, терпимо. А здоровье босса где-то показывается? Так, это что такое? О-о-о. Неплохо. Ну что, все? Что-то говорят. О, все, первый пройден уровень. Да, игра называется Story of Eastern Wonderland, что переводится как история западных. Западной страны чудес, типа того. Ой, западный, восточный, да? East. West это запад. East восток. Восточный. А, ну правильно. Восток же. Ну, это Япония, все дела. Много всего на экране. Но, я так понимаю, самое сложное начнется позже, потому что пока что меня не особо напрягает. Ну так, ну нормально. В принципе, я всего лишь пока только одну жизнь потерял, и то не на боссе. Возможно, стоило выбрать хард. Ну не, мне кажется, еще пострадаю там под конец где-нибудь. А может даже и не под конец. Жалко, конечно, что вот это вот тексты. Я люблю сюжетик почитать в играх, даже где он незначительный все равно. Интересно было бы, но вот, к сожалению, не получается. Ну ничего, потом на Википедии прочитаю. Или там даже есть Тоху Вики, или что-то такое. Вот там полоска какая-то растет, зеленая, она была не зеленая, сейчас зеленая. Я не знаю, что она означает. Там что-то написано, что она означает, но, правда, на японском. Я, к сожалению, японский как-то не очень. Так. А, вот меня и убили. О, вот это вот уже начинается интересно. Опять эти невидимые, непонятно кто, и меня убили опять. А, у меня же есть еще бомба, я забыл. Опа, опять босс. Жалко, они много говорят там, возможно, интересно. А, используем бомбу. А как там увернуться надо было? Game over, все. Ну, сейчас введу свой этот ник. Как раз таки прям четко 6 букв, отлично. Так, надо было бомбу юзать, у меня их было целая куча. О. Вот от этой атаки я не знаю, как уйти. А, надо было просто в другую сторону.
Сворачиваться. Надо бомбу юзать, короче, на этой атаке и все. Жалко, здоровья босса почему-то не вижу. Да опять это дурацкая атака. А, нет, это другая атака. Да, это уже серьезно. Вот это уже серьезно. Ну понятно, днище. Так. Ох ты ж, ну прям же в меня. О, ничего себе там. Так. Я так понимаю, в принципе, в большинстве случаев всегда есть место, где уклониться можно. И в отличие от первой части, здесь нельзя пули вот эти убивать стрельбой. Вот эти шарики всякие. Так, надо не забывать, что в босса-то стрелять надо тоже. Так. Давай, что-то сейчас сделаю. Какую-нибудь штуку опять накастуют сейчас. Эта фаза, в принципе, легкая. Вот я сказал. Ну на, бомбу что ли получают, а у меня все равно уже жизни нет вроде, да? Это и добило. Неплохо. Итак, третий уровень. Scarlet Dream. Так, что происходит? Такая музыка умиротворенная. Так, много всего. Тут я не знаю, имеет какую-то разницу, вот это то, что я собираю, наверное, есть какая-то разница. Конечно, тяжело играть на японском, ничего не понятно. Но главное, что геймплей классный, все классно. Вон и умирать классно. Там еще кредиты не бесконечные, жесть. Ну тогда это я надолго засел в эту игру, я так понял. Если тут еще кредиты не бесконечные. Как же там это было увернуться-то? Да как же там было увернуться-то, лол. Печалька, начинаем сначала. Блин. Ну ладно. Хотел поставить побольше жизни, но ладно, буду проходить все-таки на нормальном режиме, стандартном. Так, может выбрать что-то другое тут? Ну попробую вот это выбрать, я не знаю, в чем разница вообще. Так. Ну, главное. Тут, в принципе, вообще не сложно. Я помню, тут практически не было сложности на первом уровне. Надо просто своевременно, в принципе, всех убивать. Они не будут успевать особо это выпускать свои пульки эти.
Затем мне еще кто-то сказал, что же за, что эта полосочка там означает справа. Но я пока не понял. Это и не здоровье, и ничего, может какая-то, я не знаю, сила какая-то накапливается, я не знаю, что это. Вроде вот беру П, что может, в принципе, означать power, ну, допустим, и оно вроде заполняется, но и что, я пока хз. Да, вот беру, оно заполняется. Я представляю, тут на лунатике, наверное, враги бы вообще с экрана не вылезали. У меня появились какие-то эти зеленые, типа вот, ну, не знаю, ракеты или как это назвать. После чего, правда, я не понял. Когда я беру фиолетовый, эту вот иконку, у меня не прибавляется эта полоска. О, опять этот, давай бомбу сьюзаем. И вот и босс. Первый изи в целом. А, ну даже на изи можно закрабить, это же всегда так. Однако то, что я на нем потерял жизнь, не делает его сложным, потому что он, в принципе, такой ни о чемный. Так. А, в принципе, не такой уж плотный поток этих шариков. Достаточно немножко уворачиваться и все. Погнали, стаж 2. Midnight Rainstorm. Так, вот на этом уровне у меня уже были определенные проблемы. Так, о. А как я так задом его убил? Ты чумаешь? Ну чё, буду пока эти пешки собирать, потому что, ну я вообще не знаю. А, да, у меня походу после того, как я синим стала полоска, две зеленые стали лететь. Так что это, походу, нужная вещь. Главное, чтобы вот эти опять невидимые не появились, а то они затраливают меня. Ох ты ж, что-то я это не заметил эту красную. Но повезло пока что. Так, П собрал. Интересно, что же будет, если до максимума полоску довести это? Наверное, имба какая-то. Вон она уже желтая у меня стала.
Ох, что-то много вас. Что-то вас много. Итак. Так, ну, в принципе. Терпимо. Пока что. Хотя меня в угол зажимают. Ну ничего, сейчас, если что, бомбу бомбану. Ай-яй-яй. Ладно, придется бомбу на всякий случай. Жизни терять нельзя. Итак, второй босс, который уже доставил проблем немало. Буду выюзывать бомбы, по-любому. Потому что, ну, тут нужно продумывать тактику. Ну, как бы, не сразу это получается. Вот тут по-любому бомба. Вот опять это, опять бомба придется. И у меня больше нет бомб. Безысходность. Ну вот и что делать? Там невозможно было ничего сделать. Здесь нормально. Вот от таких уворачиваться можно. А-а-а, она меня тупо собой убила. Давай уже сдохнешь, может. Лол. Странно, в первой... Да что ты делаешь? Лол. В первой части показывали здоровье у босса. Здесь не хотят. Так, а я и продолжаю убивать или сначала? Вот этот вопрос. Судя по тому, что она стала шариками стрелять, походу, что продолжаю. Так. Нет, отойди. Ой-ой-ой-ой. Так. Ну что, все? Фух, один континь уже потратил. Scarlet Dream, третий уровень. Так, у меня опять эти двойные зеленые стрелочки. То неплохо. Ой, не взял пешку. Вот она уже синяя полоска стала, но пока ничего не изменилось. Интересно, сколько тут уровней? Тоже 20, что ли? Да это много. О-о-о-о. Так, давай-ка бомбу вызовем. Ой, вот этих надо убивать. Ой-ой-ой-ой-ой. Да как же там можно было пройти-то? А, вот можно было. Так. Ну странно, несмотря на то, что персонаж громоздкий, вроде бы как-то получается уворачиваться в маленьких проходах. Это не имеет смысла, но в принципе это радует. Так, это нельзя уничтожить, что ли? Лол, бомба. Гейм овер.
Да, у меня осталось. А где тут написано? Не написано, сколько у меня осталось продолжений. А, вот, два. Печалька. Да, это, блин, я не знаю, как назвать. Так, что, босс уже опять? Нет, пока еще не босс, пока какая-то ерунда. Когда ничего не понятно, что вообще происходит на экране. О. Так, бомбу в любом использую, потому что мне это не нравится. У меня ноль жизни, так что бомбу по любому случаю будем использовать сейчас. Так, это надо уничтожить. А, босс. Так. Ох ты ж, ну вот мне не использовал бомбу по любому случаю. Но я думал, я увернусь. Тоже на. Что-то тяжело мне уворачиваться от этих пулек. Я надеюсь, я урон какой-то наношу, потому что я что-то на босса вообще не смотрю, если честно. А сейчас смотрю. Ой. Ой, я не заметил, что там. Пулька летела. Да что ты делаешь? Ну прекрати. Бомбу юзай. Еще бомбу юзай. Еще бомбу юзай. Все равно уже на жизни. Ух! Ох, еще бомбу юзай. Ой, жесть. Все, бомб больше нет. Да жесть, как это пройти вообще? О! И это только учитывая, что я бомбы юзал. Четвертый уровень, Revengeful Ghost. Так. Увернулись, увернулись. Так, куда тут уйти-то? Ох, так. О, у меня там оружие какое-то новое появилось, но и как появилось, так и исчезло. И все, походу. Да, все. Так. Да, игра не самая простая. Честно скажу, не самая простая игра. Ну что, буду продолжать просто пытаться. Я не понял, в чем разница вот этого выбора. Выберу теперь левую. Так, и Purple Dawn, уровень первый. Собираем себе оружие посильнее сразу. Так, пока что не выпадает. ОП.
Кстати, мне кажется, или она сейчас летает... О, оружие, лучшее оружие стало. Или она сейчас летает быстрее, чем потом. Потому что это вроде как-то шустро, а потом вроде не очень. Или мне просто глюки. Ну, непонятно. Так, вот эти вот не очень. Берем П. Так, танк. Это пока единственный танк за всю игру. Не знаю, насколько он тут к месту, но он есть. Надо как-то пройти второй уровень без континью. Хотя бы. Но это сложно. Надо не забывать бомбы юзать. Когда совсем плохо. Ну просто я сложно же понять, вот сейчас я потеряю жизнь или нет. Вот откуда я сейчас знал? В момент-то не было ничего сложного вообще. Просто, ну как бы, так случилось. Но я уже тремя картами стреляю. Не может не радовать. Вот эти вот опять. Ну ладно, вроде прошел. Без бомбы даже. И так, босс. Ну на боссе надо не терять ничего вообще. Пока что норм. Так, так, не попадаться. Ой-ой, так. Это уже чуточку сложнее, но все равно это фигня. Так, лазер. А, ну я же встал, ну... Ну ты о чем вообще? Ну, думаешь... Блин... Печально, на первом уровне жизнь потерял. Надо первый уровень вообще без потерь проходить. Все, вон чуть-чуть оставалось, оно... Давай, Midnight Rainstorm. Ну, второй уровень без потерь уже пройти сложнее, но надо хотя бы минимизировать их. Так, сейчас всякое мясо пойдет, это будет вообще... Я там не, тупо не успевал что-либо подумать. А, или это было на третьем уровне. Так, этот что у нас делает? А, иероглифы свои пускают. Да как я наткнулся на это? О-о-о. Я на дне. Так, ладно, убиваем его уже. Ну-ка, это надо собрать.
клевые штуки. Вот. У меня максимальная полоска. Как-то быстро в этот раз. Неплохо так, почти весь экран в моих пульках. Или в чем это там, не знаю, как это назвать. Карта какие-то, не карта. А как известно, чем круче оружие, тем проще проходить, но тем неприятнее его терять. И тем меньше я вижу вражеские пули. Лол. Вообще лол, реально. Плохо вижу, что где-то в меня стреляют, чем. Потому что сливается все. Так. Надо, чтобы не зажали, как в тот раз. Это ж здесь вроде было. Ну, тут широкое распространение моего оружия, так что тут зажать не могут никак, по-моему. Да, ну вон, все в бока убивает. Ну чё, давай, босс. Фух, вот он, второй босс тут. По-моему, второй босс сложнее, чем третий даже. Из-за вот этого комбинации, которую я не знаю, как обойти вот это. Жесть, я не знаю, как это обойти. Ну и все, у меня больше бомб нету. Сейчас будет тратить меня. А, чуть-чуть же там, блин. Блин, ну хоть бы континью не потратить. Лол. Не, не хочет не тратить континью, по-моему. Блин. Давай, начни свои шарики уже пулять. Вот эти большие, фиолетовые какие-то там. Вот, а зачем? Я же на них вообще не погибал ни разу. Блин, печалька. Ну можно было пройти без континиумов, это можно было. Ну вроде бы с каждым разом лучше и лучше получается так в целом. Так, 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 уворачивайся от этого. Они медленно летают, и их не миллион все-таки на экране, поэтому как бы можно тут без потерь. Вообще, в принципе, это нормальная тема. Все. Ну, блин, жалко, жалко, мог я пройти без континиумов это. Так, третий уровень. Надо бы максимальное оружие опять собрать. Собираем П как можно больше. Так, вот эти уже неприятные пошли. Ой-ой-ой, так, уходи. Не-не-не-не, ай. Ох, как же много.
Нет, ну я... Нет, кто-то сейчас мне по-любому там сможет сказать: ой, да ты на Лунатике не играл, то вот это вообще немного по сравнению с тем. Ну, я говорю, мне и это много. Так что вот так вот. Ох, надо же, пока держусь. Ай-яй-яй-яй, пока держусь. Ну, убираю уже. Есть. Так, красные вроде бы вообще, да, не убиваются? Так, значит, просто их как препятствие облетаем. А, бомбу надо юзать. Почти максимально у меня вот это уже. Вот начинается эта наркомания. Где непонятно, что почем вообще. Зато я собрал максимальное оружие. И насколько я помню, я уровень этот без потерь, что ли, прошел? Походу, да. Ну, в смысле, я еще не прошел уровень, но я имею в виду до текущего момента. Ого, сколько же тут всего падает-то. Так, придется вырезать бомбу. Лучше не терять жизни. И вот он, босс. Вот на боссе сейчас будет уже неприятности. Может вырезать бомбу? Две разбил. Главное уворачиваться. Главное уворачиваться, бомба! Еще две разбил. Да что ты делаешь-то, лол? Ну я же видел, что надо стоять, ну. Значит, бомбы. Как там можно было вернуться, интересный вопрос такой. А, я не взял. Ладно, юзаем бомбу, у нас бомб хватит, чтобы просто его убить. Если они ему наносят урон вообще. Ну давай, сдыхай уже, ну. Когда ты сдохнешь уже, лол. Ну чё ты делаешь? Зато почти хайскор. Даже не почти, а... Блин, континуум потратил. Печально. Да что я делаю? Лол. Не, это босс какой-то реально вообще мозг выносящий. Четвертый уровень. У меня, я так понимаю, ноль континью. И у меня оружие очень слабое. Ну вот сейчас я, правда, взял тут тески. Ох, как много всего. Собираем. Ой. Так, что это такое? Это убивать-то можно или что?
Я как-то не понял. На экране просто куча всего. Круг я этот убиваю или нет? Я не знаю, не круг, а вот это непонятно. Так. А, задело. На-то бомбу получай. Так, где тут спрятаться? Это от этих пулек. А, ну они ж добили меня, лол. Ну блин. Что-то четвертый уровень вообще не делал. Так, вопрос, насколько у меня хватит терпения? Может, все-таки поставить жизни побольше? Да нет, потом некоторые скажут, типа, да, нет, ты прошел на халяву, типа, жизни слишком много. Это что такое? О, у нас, походу, игра вылетела. Лол. Ну, в принципе, ладно. Все равно надо было в начале. В чем прикол? Лол, у нас игра сломалась. Сейчас, может, эмулятор перезапустить вообще. Я с такой проблемой не сталкивался, поэтому я не знаю. Странно, играли, играли, и тут, и вдруг тут. Да... Что за прикол? Ну, походу мы наигрались, я не знаю. Сейчас я пока на СК2 стрим уберу в офлайн, потому что я не знаю, что это такое вообще. Так. Все, на СК2 плеер снял. Теперь выясняем, в чем причина. Как это выяснять, я без понятия, честно, но... Вообще не знаю. Не, ну нельзя вот так вот просто взять и сломать игру, я не знаю, ну. В меню заходит. Хайскор, кстати, остались. Ну, старт. Работает. Ладно. Раз работает, значит я опять стрим в онлайн делаю. Так, я так и не понял, в чем разница между вот этими. Ну, выберем левую.
Так, ну первый уровень я вообще должен, по идее, пройти без потерь. Должен. Но должен не значит, что пройду. Вообще не значит. Потому что у меня что-то на такие игры, по-моему, не хватает. Как бы не то чтобы реакция, а как-то... Не знаю. Микрилки не хватает. Ай, ой-ой-ой, так. Выходим отсюда. Так, надо П собирать поактивней. А то каким-то дном стреляю. Ну что? Где вы там? Ну-ка, давай П. И еще П. О, даже две сразу. О, промазал. Давайте третью карту мне. Мне пока не дали. Есть три карты. По-моему, кстати, оружие отличается в этих вот, в зависимости от того, что я выбрал. Потому что там у меня были какие-то зеленые эти, а вот то, что я предыдущий играл, там не было такого. Или, может, мне просто казалось. Так, главное невидимых не попасться. Вот они. Попался! О, это же не очень. Сказал о себе. Стратегия, привет. Ладно, первый уровень без потерь не вышло. Так, ну босса-то надо без потерь пройти, правильно? Ну, сейчас он начнет пучками стрелять. Это вроде бы, в принципе, легко обходить. Вот, пучками стреляет. Да что там, что-то звук у меня, что устройство такое-то отключается постоянно. Не знаю, надо посмотреть, что это. Так, вот он лазерами. Осталось только не попасться на вот эти его уловки. Ну, все, прошел. Босса вроде без потерь, да? Да. У Рейму раньше были малиновые волосы? А, я без понятия. Я же играю, только вот я прошел первую часть и вторую. Вот сейчас играю вторую. Я не играл в Тоху более позднее. И, к сожалению, я сюжет здесь не могу прочитать. Видишь, что там вместо сюжета мы видим. Так, второй уровень. Давай. Так, собираем оружие, потому что без него тут вообще тяжко будет, особенно на третьем уровне. А вот как здесь босса пройти на этом уровне без каких-либо потерь или с минимальными потерями, вот это я не знаю. Потому что атаки вот эти меня добивают, когда нельзя увернуться никак, кроме бомбы. Так, жирографы насчет кидать.
Вообще, конечно, меня всегда удивляло в некоторых японских играх, когда кто-то стреляет иероглифами. Я просто представляю, если бы это выглядело, если бы, допустим, на русском было бы там, да, типа, не знаю, там, вылетают слова там, не знаю, атака, атака, или что там, пулька, пулька, прям слово такое, да? Я просто не знаю, что там эти иероглифы означают. Ну, как бы неважно даже, что означает, все равно вот летящее слово в качестве снаряда, это довольно... Вот только в японских играх есть такое. В первой и второй частях? Ну, я не знаю, вот я говорю же, да, вот вторую часть прохожу, больше ничего не видел. Ну то есть я так, скриншоты там вроде видел из 14-й что ли части, ну или какой-то из 8-й, не помню. Но я не играл никогда и даже не смотрел геймплей, этот, все прохождение, ну в общем не знаю. Я для себя открытие сделал эту игру. Один нехороший стример мне посоветовал, и теперь, блин, я не могу оторваться. Еле дождался этого стрима, чтобы не, ну, не играть без стрима, вот. Так, так, так. О, ушел. Проклятие посылает? Ну, кстати, вариант. Но я бы только не хотел туда видеть это на русском. И вот этот босс, ну что же с ней делать? Ух ты же, увернулся-то, а? Не увернулся. И вот это, вот как от этого надо было увернуться? Просто заранее знать, в какую сторону идти? Ну, я не знаю. От этого можно. От этого тоже можно. Это, ну, это вообще фигня. Вот. Да, она меня просто сбивает с собой. А все, а, надо было бомбу юзать. Я случайно. Как это можно было попасть? Ну это же самая простая атака. О. Первый континью взял. Да, первая часть у меня была по приколу в том, что там бесконечное континью. Я последнего босса хоть-то 2,5 часа допрошел, а тут вот, блин, нифига. Тут все сначала начинаю, если с трех раз не прошел. И то, если ты до этого босса дошел еще с тремя континьюми. А я, скорее всего, там буду доходить с последним. Если вообще дойду. Так, давай, во, все, шарики пошли. Все, с этого момента надо без потерь пройти, потому что это не очень сложно. Но как бы, ну, фейлы всегда могут быть, естественно. Так что надо просто внимательно. Не торопиться, время не ограничено. В отличие от первой части, хотя там тоже, в принципе, было яу на время, а не только на очки влияло. Ай-яй-яй, так, чуть я не это, не забыл. Есть! Ну хоть так. В принципе, это самый лучший, по-моему, результат, который я добивался. Да, уже гамовер. Тут всего-то 3 жизни потерял, гамовер. Итак, третий уровень, Scarlet Dream. О, эски, эски. Максимальное оружие, отлично. На этом уровне это очень пригодится. Просто нереально пригодится, когда там мясо начнется под конец уровня.
Я просто хз, как там проходить без этого. Ну только с бомбами и все. Главное не потерять теперь это оружие. А это запросто на самом деле. Но его, в принципе, можно будет набрать еще раз. Ух, ух, так, мимо, мимо, мимо! А, попал! Бери оружие! Почти восстановил. Но, блин, жизнь ты не вернешь. О, начинается. Так, обошел. Оп. Ну да, более-менее тут вроде научился. Поначалу вообще тут тратил жизни постоянно. Есть. Так, пошли красные неуничтожаемые блоки. У меня опять максимальное оружие. Так, убиваем всех уничтожаемых. Пытаемся. Бомба! Там я хз, как это пройти. И вот начинается эта жесть. Просто мочим всех. Получай. На, тра-та-та-та-та. Собираем все, что можем. Очки, в принципе, пофигу на них, но все равно приятно. Тем более, может быть, за очки жизнь дают, я не знаю. Так, это еще не босс, я помню. Так. Только не попасться на красное. Отлично. Вот теперь вроде босс. А, нет, так, используем бомбу, чтобы минимизировать шансы потерять и так бесценной жизни до босса. У меня всего одна бомба, так что я не знаю, где босса буду проходить. Ну, как-то надо пройти. Выхода-то нет. Опа! Печалька произошла. Так, две уничтожены. Давай, уничтожай остальные. Мне бы бомбу сохранить на последнего гада, которого я вообще не знаю, как проходить. Так, ну вроде терпимо. Так, вот он последний гад. Ох ты ж. На. О, да черта много слишком. А у меня 5 бомб, ну на. Жри. Жри. По-моему, когда он закрыт, ему урон, да, не наносится даже бомбой. Ух, нафиг. Да. Такие дела. Да что ты ж делаешь? Ну ты ж вообще не очень. Ну... На. До этого босса со скрипом прохожу каждый раз. А чё такое? Я же бомбу нажал. Странно, почему она не сработала? Убил, еле-еле просто. Еле-еле убил этого босса, и так каждый раз. Вот он, четвертый уровень, который вообще ни разу даже до босса не доходил. Зато практически сначала дают максимальное оружие. Ну, много эсок дают.
Но это не особо помогает. Не, ну, в смысле, это помогает, но, однако, все равно не прохожу. Так, два максимально. Нет, еще не пока не максимально. Так, что мне жизнь, что ли, дали? Куча гадости опять летит всякой. Так. Ну. А, увернуться. Сейчас вот там появится сверху вот эта та штука. Я вообще не знаю, как ее убить. Хотя. В этот раз она показалась очень жесткой. А, вот, из-за лазеров, наверное. Ух ты ж. Так, убил. И мне дали бомбу за нее. А, задел. О, много. Так. Дизай бомбу, короче. Что-то я нервничаю. Что это за круг в центре летит, я никак не пойму. Я его убиваю или что? Ой, опять ты. Да ладно. Так. Ай, лазер. На, бомбу. У меня ноль жизни, надо бомбу. Сейчас я бомбами вылезу. Встать в круг. Спасибо. Встал в круг. Не, зачем? Ну встал в круг и что? Это мне ничего не дало. А, он исчез почему-то. Или он просто исчез, потому что дальше продолжаю. И тут типа уже. Ой, я до босса дошел впервые. Ты кто? Жалко, сюжет нечитаемый. В общем, кто-то в шапочке. На, бомбу тебе сразу. Ой, на тебе еще бомбу, пожалуй. Почему нет? Оу, потише. Так, что-то я не пойму, я урон доношу или нет? Ох, что ж... И что мне надо было делать? Или я могу вот эти фиолетовые линии задевать? Мне только шарики нельзя, чтобы задевать. А на тебе бомбу, у меня ноль жизни. На, еще бомбу. Еще бомбу. У меня на жизни по-любому надо юзать все бомбы, а то обидно будет. Так, еще. Ну все, бомбы закончились, можно спокойно гейм оверить. Да, я могу эти фиолетовые линии задевать. Не, ну это жесть полная. Сколько тут уровней, интересно. Ну ладно. Следующий забег. Опять сломался комп этот.
Да что с ним такое? Я не знаю, я в тот раз он как-то сам подчинился, я даже не понял. Даже что такое-то? Ну ладно, попробую опять эмулятор перезапустить. А, в тот раз я, по-моему, в опции зашел, вышел, и оно заработало. Да, странно, к чему бы это? Да, уже начинает, если честно, так... Не то чтобы подгорать, но... даже скорее надоедать, с первого уровня каждый раз проходить. Ну ничего. Так или иначе, то ход 2 надо пройти. Вот. А пока время есть, можно постримить. В принципе, я стримлю всего 1:17 с утра. Голова пока свежая. Да, вот тут другое оружие, реально. Вот я выбрал другой этот квадратик, и другое оружие дается. Я даже не знаю, что лучше. Ладно, посмотрим, какой тут максимально. Вообще, в принципе, мне где три карты больше, по-моему, нравилось. Ну ладно. Будем тестировать всякое. Интересно, тут тоже несколько концовок. Пока что я не видел раздвоения пути. Так, вот у меня уже две карты тоже. Собираем. Ох, сразу три. Давайте мне третью карту. Так, что-то вы тут разлетались, ребята. Не очень в тему. Кто вам тут позволял летать? Дайте мне П. Еще П. Хочу больше П. Так. А я невидимые, да, будут опять эти? Ага. Так, вроде босс. Да, босс. До босса дошел без потерь. Надо бы и босса без потерь пройти. И это будет уже прогресс для меня. Так. Тут все просто. Уворачиваемся от пулек. В крайнем случае бомбу надо юзать, если будет какая-то неприятная ситуация. Лучше уж бомбы выюзать, чем жизнь потерять. Так, лазер. Все, пошли вот эти шарики. Есть! Все, наконец-то, я первый уровень прошел полностью без потерь. Ну, это уже лучше. С каждым разом, в принципе, лучше и лучше прохожу. Посмотрим, что будет на втором уровне. Ну, в смысле, я имею в виду по результатам.
А, да, надо ТП собирать, а то меня вот эти вот зеленые достанут. Ну, придется просто бомбы там потом тогда юзать. Когда их будет целая куча там, они меня зажмут. А если будет обширное оружие, то не зажмут. А, вот, ну, в принципе, уже нормальное оружие. Опять этот иероглиф Мэн. Так, отлично. Всю жизнь дали вроде, да? Так, ну вот они сейчас начнут меня доставать тут. Вроде бы, да, этот момент. Что-то их пока что мало. Но все-таки я так понял, фиолетовые штуки дают только чисто очки и все. Вроде так. Вот как много это всех стало. Кто сейчас будет? А, ну вот их куча становится, вот они прилетели все. Главное, чтобы не зажали. Вроде нормально пока. Ну, оружие довольно широко разлетается, поэтому особо так, проблем никаких нету. Так, лучше тут вот бомбу. Ну, не хочу рисковать. Так, босс уже. Ой, ну босс, вот босс не очень. Вот босса без потери, я вот этого вообще не знаю как. Чисто печалька, босс, вот, блин. А, задел. Ну вот первая кровь. Так. Ну, у меня одна бомба еще есть. А, да я ж... Только бы континиум желательно не брать. Давай, начинай пускать все шарики эти уже. Есть. Так, все, теперь внимательно, просто внимательно. Нужно... Так, ну нет же, ну все ж... Ну, в принципе... Так, придется туда бомбу юзать. Пофигу на эти бомбы, главное без континиумов пройти босса. На, еще тебе на всякий случай. Хотя ситуация была несложная, но я так перестраховался. Халявишь бомбочками? Нет, ну а что? Это же как бы официальная штука, так что... Чё такого-то? Они же не бесконечные. Итак, я прошел первые два уровня, ни разу не взяв континию для меня. Опять же, прогресс уже. Третий уровень. Даже жизнь дали. Так. Ой, что-то как-то не очень приятно было. Ну ладно, главное выжил пока что.
Надо оружие набирать быстрее. Но и жизни тоже не терять. О, бомба! О, вот они, вот они. Так. Вроде пока уворачиваюсь. Каждый раз не знаю, увернусь или нет. Потому что что-то прям... Такие миллиметры какие-то там. Есть. Так, пошли неубиваемые красные шарики, эти кружочки, не знаю как их назвать уже. А мне надо оружие набрать еще лучше, потому что... Оу! Оу! Придется юзать бомбы, наверное. Проблема, потому что могут быть. Оружие надо набрать, пока столько всего падает. Да, придется выюзать бомбы, к сожалению. Ну ладно, две бомбы есть еще, но это мало. А, но это еще не конец, это еще будут это лететь, да. Ну давай оружие еще лучше. Есть максимально. Так, секунда. Нос дочесался. Ой, босс, две бомбы, одна жизнь. Так. Оу. Да что? Почему я не использовал бомбы? Ну как-то... Блин. Ну, однако, это пока лучший результат, что у меня был. Первый континиум взят. Но с таким оружием тяжеловато было, честно говоря. Так, от этого можно уворачиваться, надо главное постоянно в движении тут быть, и в принципе оно... А вот это вот я не знаю уже, опять жесть. Просто жесть для меня лично. Я не знаю. Просто бред. Не, ну это еще терпимо, но и то вон. На. На. Оу, оу. На. Ну что, я все бомбы выюзал, ты сдыхать собираешься? Все, ну опять же, как-то еле-еле, как-то просто тупо напролом с потерями там жизни прошел этого босса. Ну, как же мне это не нравится, но я не могу ничего пока с этим поделать. Что можно взять вместо ракет, но там такие другие шарики летят красные. Ну, в общем, прикольно тоже. Наверное, ну я не знаю, в принципе, ракеты вроде эти тоже неплохие. Все по-своему нормально. Простерял все оружие, да больше того, я простерял все бомбы и жизни. И четвертый уровень. А как же я пропустил это все? А. Вот это печально. Там же эски были. А, понятно.
принципе, мне они не помогли бы надолго. Опа. Ну вот это уже лучше. Так что опять это появится кольцо посередине непонятное, в которое якобы надо встать. Мне что-то так не кажется. Да не, меня там сразу вынесут. Да ну бред же, не надо в него вставать, лол. Так. Сейчас лазеры пойдут. Одна жизнь, так что, в принципе... Юзаю бомбы. Сейчас опять этот появится второй раз. Синий. Так, у меня оружие еще не максимальное. Вот собрать бы максимальное, там вроде бы неплохо ракеты летят куда-то в сторону. Я, правда, так не понял толком. Так, опять этот, да, синий? Да. На. Ты же как тут все... Миллиметраж просто. Так, что я уже не помню, что там дальше будет. Кто сейчас выскочит откуда? Или сейчас уже босс? Что-то вот я не помню. А. А, босс, да, босс, босс. Так, две жизни. И плюс еще континиум есть. Ну давай посмотрим. А, что меня убило? Я что-то не понял. Что-то не понял, что меня убило. А что это за палочки снизу? Кто-нибудь не может объяснить? Это баг? Что происходит? На. Оу, так, все. А, не беспокоиться, на! Так. Так, обходим. Ладно, что-то не выдержал. О, это что такое происходит? Если это на нормале так, что там на лунатике? Я не хочу это даже знать. Блин. Ну ладно, у меня еще есть это. У меня есть еще континиум вроде бы, да? Да что ты ж делаешь-то, ну? Удаляй свои эти, да ты же что делаешь-то, лол. Все, бомбы юзаем. Юзаем бомбы.
Юзаем бомбы. И еще бомба. Блин, сколько ей там надо? Что? Есть! Так, и что дальше? Что-то недовольная рожа. О, первый до пятого уровня дошел. Который называется непонятно, End. Ого. Неплохо так, так сразу бонусиков накидали. Но у меня, к сожалению, 0 жизни, 0 континиумов, поэтому я думаю, пятый уровень мы недалеко увидим. И вот оно, максимальное оружие у меня. Чего? Сразу босс? Ты о чем? Ты о чем? Так, сейчас. Не, ну хоть бы жизни дали там или что. О нет. Что-то мне кажется, что это все плохо закончится. А, все. А почему два босса подряд? Мне кто-то может объяснить? Это случайно не последний босс? Да, сейчас. Секунду, надо минутку отдохнуть. Буквально. Экстра стейдж? Не знаю. Музыку на этом боссе типа ремиксы делают? Ну вообще музыка, да, хорошая во всей игре. И в первой части, вот в этой тоже. Прикольно. А, ладно. А, опять он сломался. Может поставить жизни все-таки 5? Не, я так пройду. А это что такое, интересно? Выберу справа сейчас тогда вот этот вариант. На чем она летит? Я без понятия. Какая-то мега платформа летающая. Типа этот. Аэроскутер. Типа того. Короче, японская наношняга какая-то. Так, ну, П, конечно, очень медленно заполняется. Надо бы эски. Ну, на первом уровне их эски, по-моему, вообще не дают. А, здесь тоже ракета. Странно. Так, ну, первый уровень, раз я один раз прошел без потерь, то надо теперь всегда его без потерь проходить. Да, побольше надо уничтожить этих, чтобы набрать пэшек. А, не взял. Ну ладно. Обойдусь.
пока что. Давайте еще оружие новое. Не, пока такое же. Оп, оп, оп. Не, пока не изменилось. Ну, вроде бы такое же, как и в том варианте. Эти зеленые эти ракеты. То же самое. Оп, не взял. А, вот, по две ракеты стал пускать. Ну да, так же самое. Вот это был провал. Хвостик? Не вижу хвостик там. А. Лол. Типа ты хочешь сказать, это живое существо? Не знаю. Я сеттинг этой игры плохо знаю. Сюжет я вообще прочитать не могу. Ну только потом на вики прочитаю, наверное. Печально, что я жизнь потерял. Надо было бомбу юзать. Я что-то как-то понадеялся, что я без бомбы пройду тот момент. Но лучше все-таки, наверное, там всегда бомбу использовать. И, ну, чтобы уж наверняка. Че, одну бомбу-то вообще не жалко. Так, стой под лазером. Ой, в смысле не под лазером, а между лазерами. А, я еще жизнь потерял. Как? Как это произошло? Лол, ну это фейл, это удаляй. Почему, блин? Печалька, печалька. Ну ладно, может тут лучше получится. Хотя я тут вообще прошел уровень без потерь до босса. И только на боссе там уже фейлил. Ну, как бы... Вряд ли я босса лучше пройду. В этот раз. Но у меня, в принципе, какая цель? Не брать ни одного континью до третьего уровня хотя бы. Ой, что-то меня зажали там. Ну, как бы все равно, даже если я возьму континью, конечно, я не буду удалять сразу, но... Это будет печальным знаком уже просто сразу. Так, пускай свои проклятия. У меня всего одна жизнь. И то, которую только что дали. Не, ну я надеюсь, я до босса-то дойду без потерь. А вот... А, кстати, я понял, в чем разница. Я тут не картами стреляю, а красными ракетами. Вот в чем разница. А в чем разница между картами и красными ракетами, кроме внешнего вида, это вот я не знаю. По-моему, ни в чем особо. Ой, много всего, много всего. Надо хоть П взять. Ну да, походу типа на дракончике летит. Так, сейчас зажмут, потому что мне оружие не очень. Или не зажмут. Вроде пока терпится. А, я же нажал. А, поздно нажал.
Да, босса пройти без континиумов, конечно. Прям сразу. С нулями жизнями, идеально. Не, по-моему, это печалька. Так, вот этот град пуль еще можно обойти. И вот этот. Доки. Блин. Ну вот, континуум, чё. Главное, второй континуум не взять. Давай свои шарики уже пускай. Вот они. Так, попробую без вязания бомб осилить. А, ну зачем? Ладно, на. Да. А впереди еще третий босс, который вообще не очень. Так, ну мы хотя бы нормальное оружие собрали. Их, в принципе, много чего падает. А, и можно пособирать. Так, вот эти вот уже неприятные. Сейчас зажимать начнут. На. Хотя вроде поскочил, но ладно, неважно. Бомбу не так жалко, как жизнь. Да что ж ты делаешь-то, ну... Не, неудачная попытка, неудачная. Как-то не очень пошло. Так, ну давай уже вздыхай. О, да, ну... Не прошел даже третий уровень. А, стоп. А, почему не прошел? У меня еще два континуума есть, я что-то подумал уже все. Ну... Все равно. Ничего хорошего особо не светит. Скорее всего. Зато максимальное оружие сейчас соберу, но... Я бы лучше с минимальным, но без континуума. Ого, лазеры взял. Вот оно здесь такое максимальное оружие. И честно, лучше первое, по-моему. Самое первое, которое слева. Оно шире летит. Зато у этого пробивная сила, наверное, выше. Так, босс. Одна бомба всего, две жизни.
Так, ну под пульки-то не попасть надо. Так, одно минусанул, две минусанул. Так, три. Блин, придется бомбу юзать. А, я и так уже убил, ну ладно. А все, бомб нету, как я это должен проходить? Эту наркоманию. А вот, да никак. Да никак, я... А, ну сейчас-то бомба уже есть. Как здесь обойти, я не знаю, я... это жесть, по-моему, для меня. Так, ну это норм. Не, лазеры, спасибо. Нет, о, как я обошел-то? Я об лазер сдох. Да, ну... Лазер сильнее бьет, ну, возможно, не знаю. Четвертый уровень. Ну, я так понял, что пятый уровень — это конец все-таки. Ну, вот в смысле, который там уровня практически нету, сразу босс. Причем босс такой же, как и на четвертом, только в улучшенной форме. Так что, я так понимаю, это финальный босс, скорее всего. Ну, мне такое ощущение, вот, похоже на то. Ой, идите! А, все-таки задели. Ух ты ж, чуть не достали. А надо, у меня целых 5 бомб, и я их не вырезал вообще. Еще один континиум, но это мало. Это с одним континиум это просто удаляй. О, это что сейчас было? Да. Не, ну сразу не задалось. В общем, это сразу не задалось. Буду выбирать первый вариант, мне кажется, он самый нормальный. А, я забыл опять, то что ж. Так. Заходим в опции, выходим из опции и запускаем игру. Так, выбираем первый вариант. Может, он на этом шарике летит? Хотя... Не знаю. Нет, там что-то зеленое. Собираем все по максимуму. Не, ну единственное, что могу сказать, что от первой игры у меня реально пригорало вообще. Жесть, я там чуть не в бешенстве был. А здесь, в принципе, нормально. Ну да, сложно, но в принципе нормально.
Может быть, просто пока еще терплю. Вот здесь потому что геймплей более очевидный. Вот стреляешь во врагов, они умирают. А там надо этот шарик толкать. Это жесть полная. Так, две карты уже есть. Ох, ты ж не собрал одну. Так, ну невидимок я буду сразу взрывать. Чтобы не рисковать жизнью. Так, давайте больше П, больше. Вот, три карты уже. Так, где там? Сейчас уже вроде конец практически уровня. Сейчас невидимки эти появятся. А, здесь вот эти шарики. Кружочки. Не затроллите. Так, ну и босса, конечно же, надо без потерь проходить. По-любому. Блин, это же чуть-чуть-чуть-то у меня рука что ли дернулась, я не знаю. Как на таком простом нужно было? Да, конечно, тут никогда нельзя сказать то, что вот я научился, все, я теперь прохожу это без проблем. Всегда может случиться что-то необычное. Наполовину всегда какой-то рандом. То моргну не вовремя, то еще что-то. А, стой, стой. Да куда? Опять две жизни потерял на боссе. Что это такое? Да почему я не могу нормально пройти-то? Может сразу удалить? Не, я не знаю, может сразу реально выключить. Ну что, две жизни опять на этом уровне потерял. Капец, блин. Моргаешь часто. Типа того. Да что-то глаза устали уже. Ну вот второй уровень. Что я должен делать с нулями жизни? Вроде сейчас одну жизнь должны дать, но это ничего не меняет. И то пока не дает. Так, оружие еще мне качать и качать. Ну вот оно неплохо, мне нравится, оно разлетается по сторонам, зато вот этого долго убивать буду, потому что оно с ракетами явно он быстрее убивается. Там он уже второй раз не успевал выпустить.
сейчас, зато сейчас еще возьму, когда дальше апгрейды, там уже появятся шарики какие-то. Они уже будут прикольные. Правда, я на экране почти ничего не буду видеть из-за них. Особенно вот эти вот, не знаю, летучие мыши, вот эти красные выпускают свои снаряды, они так сливаются с моими. Так, еще апгрейд. Вот, вот, сейчас вот я практически не вижу их. Не, ну конечно можно разглядеть, но поэтому глаза и устали. Что сейчас будет? А, ну вот они начали прессовать. Ну с таким оружием это норм. Как раз таки вот здесь оно очень круто. Правда, его все равно еще прокачать бы. Но и так неплохо. Оп-оп. Я и забыл про это. Что, сейчас уже босс? Я что-то не помню. Да, босс. Ой, ну что ж с тобой делать-то, а? Примерно такое с тобой делать, наверное. Но получается далеко не всегда. А как ты в словаре этот иероглиф нашел, интересно? Прикольно. Ну чё, континью уже взял. Такие вот печальные вещи. И еще и оружие не собрал, еще и жизнь потерял. Реально обидно, когда на какой-то фигне тратишь жизнь. Я понимаю, там, когда тут атаки сложные, там, жесть какая-то, это понятно. Но ты когда просто только что появился и пытаясь собрать эти эски, без собирания которых убивание босса просто нереальное становится. Ну вот, и вот в это время погибаешь, ну это... Я два континия уже взял. Ну, короче, это уже понятно. Вот эти эски, ну как без них? И то мало, я только две взял, надо было хотя бы три брать. Да что ты... нет, я то ли я устал уже реально, то ли меня просто игра уже начинает мозг уносить. Или и то вместе. Ну что такое, два континью взял к третьему уровню, это ни о чем. Не, это ни о чем вообще. Не знаю, насколько мне еще хватит в это играть. Пройти-то хочется, но, блин. Но я, наверное, сейчас все-таки, если не пройду, поставлю все-таки 5 жизней. Ну, потому что, как бы, завершать стрим, не пройдя игру, не хочется. Так что, как бы, хоть небольшую халявку, но надо сделать. Тем более, это же все официально, это не чит, ничего такого. Там еще есть изи мод, но это уже совсем. Надо хотя бы вот 5 жизней поставить. Оу, я на этом потерял. Еще S не взял.
А чё только один-то сдох? Странно. Вроде раньше всегда два сразу сдыхали. А чё, у меня не было бомб, что ли? Я нажал. Понятно, в общем. Так, ну ты на оружие-то насобираешь? Не, что-то мало насобирал. Больше собирай. А, приехали. Все? Нет, еще континью есть. На. Так, ну это вот как раз таки самая легкая фаза, вот эта вот, когда летят. А вот сейчас начнется самая жестокая. Да что ж такое, ну я же вроде стал, ну там чуть-чуть кривовато, ну немножко. Да как от этого вообще уйти можно? На. На. Оп. Но это норм. Вот это не норм. Ноль континью. Ноль жизней. И четвертый уровень. Ну, в общем, уже исход ясен. В четвертом уровне слишком много потерь. Вот оно, максимальное оружие. Там еще по центру летят какие-то вон, типа шары какие-то, я не знаю. Ну, в общем, что-то прикольное. Так, тут бокам надо будет уничтожать сейчас обязательно. Вот сейчас выстрелят. Умрите все. Надо же, как я долго держусь. А, почти. В любом случае, продержался я дольше, чем думал. Уже радует.
Но все равно никакого прохождения, я думаю, речь не идет, потому что ноль жизни, а босс... Даже если я дойду до босса каким-то чудом, то что говорить о боссе-то, там же жесть, по-моему. А, о, все, вообще не дошел. Да, оружие норм, вот я из этого выбрал. Ладно, поставлю я все-таки 5 жизней. Так, выбираем опять левый вариант. Ой, я не собрал П, вау. Да что такое-то? Опять не собрал. Нет, тут надо бы желательно побольше пособирать, потому что там потом на боссе пригодится. Так, и этот уровень надо без потерь. Ну как же, я же проходил, значит реально, даже для меня реально. Так-то понятно, что здесь все, наверное, реально без потерь пройти, но не факт, что для меня реально. А вот первый уровень я проходил, значит, можно постараться. Так, сейчас танк выскочит. Сдох. Где вы там? Эх, ты ж пропустил. Опа, опять пропустил. Нет, 3 карты не будет. Скорее всего. Ну и ладно. А, пропустил вообще, ну это жесть. А, нет, есть 3 карты. Ну, нормально. Все, в принципе, это все, что и требовалось. Большего пока не нужно на первом уровне. Так, нет, вы идите нафиг. Ну, ок, до босса дошел без потерь. Оп. Так, ну давай, без потерь, босса. Это ж так просто. Вроде бы. Так. Может быть даже бомбу использовать, когда лазер этот будет дурацкий. Не знаю, хотя можно и без бомбы там запросто. Ну используй бомбу, лишь бы без потерь пройти. На. Хотя вот и так бы выжил бы. Ну и пускай. Так, теперь это на вот это не попасться и все. Есть, ну все. Первый уровень. Чисто. Так, давай Midnight Rainstorm.
Привет, Тор. Ну, в общем, Тор, я не знаю, ты эту игру, я так понял, именно вторую часть не проходил, да? Ну, я тебе скажу, тут, в принципе, тоже такое нормально. А, да что такое было сейчас вообще? Лучше бы я не отвлекался. Ну ладно. Прорвемся. Не, ну должен затащить. По-любому. С пятью жизнями-то, лол. Надо... Да куда ты? Чё ты этот иероглиф? О, что это было? Чё он ко мне пристал? Жесть. Чё-то такого раньше не помню, что было. Ну, проклятие достигло цели. Чё я могу сказать? Надо оружие собирать. Хотя, в принципе, тут на боссе вообще яу. Потому что там, блин, ну... Не в оружии дело. Но, однако, все равно, лучше бы взять... Да что такое-то? Я вроде сложность не повышал. Здесь, ну как бы, я не знаю, ну может для тебя изи будет опять же. Хотя первая для тебя изи чем не была, но как бы тяжеловато все равно тут. Так, что сейчас уже босс? А что это за знак? Я не знаю. Так, получи сразу. Да как же, ну на это там не надо было попадаться. Надо попадаться на другие вещи, вот на такие. Но не на обычный же разлет пулек. На-ка еще теперь на всякий случай. На, получи. Какой shift, лол? Я с геймпада играю. Фиг знает, какие там шифты. На, еще бомбу. Мне не жалко, в принципе, вообще. Че, шарики свои пускать будешь? На, давай, пускай. На, еще тебе бомба. Не хочу жизни терять, то есть я континуум брать. Сдохнешь, нет? Есть. Ну, пока без континуумов. Элис, привет. 5 жизней, это можно почти нон-стопом бомбить, но... Какой курок? И у меня X-Spider программы, которая геймпад на эту фигню назначает. На клавиатуру. Ну точнее наоборот, клавиатуру на геймпад. Фух, так. Третий уровень. Пока без континуумов, но у меня 0 жизней.
И это довольно печально. Ну, вообще неплохо пока. Ну, относительно. Относительно нормально. Но это только из-за того, что 5 жизней включил, лол. Вот и жизнь дали. Так. А-а-а. Вот и потерял жизнь. Так, ну 5 бомб надо реализовывать по-любому. Чуть что, сразу бомба вообще. Вот сейчас. На. И собираем П. На. А, вот они, вот они. Ну, тут, я надеюсь, без бомб получится. Как обычно, в основном. Так, отлично. А вот тут уже по-любому бомбы сейчас пойдут скоро в действие. Потому что это жесть полная. Сейчас начнется. На, возьми. Так, собираем П, надо оружие мощное. На вот этом боссе лучше оружие собирать по-любому. Не зря тут столько всего летит. Потому что я прости, что причем ничего не собираю. Но если я до босса дойду, то это будет неплохо. Но я имею в виду без континуумов дойду до босса. А-а-а. Ну ладно, все равно так или иначе на боссе бы потратил. В смысле мучайся? Не понял. Так, ну только 3 карты взял. А, стоп, 4 даже карты, да? Да, 4 карты оружия. Да, и вот босс. Ну, посмотрим. На, бомбочку тебе сразу. А то что-то как-то там не очень. Эх, ты же не взял оружие. Бомба. Так, это легкая стадия, надо не зафейлить. Давай, 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 давай. Есть. И вот это нереальная стадия, на которой по-любому бомбить только. Ах, можно было без бомбы. А, хотя ладно, все равно лазера. Одна бомба всего осталась. Оу. Так, еще 2 бомбы. После смерти ты дали. Ой, я чисто реакция крыс работала, нажать на кнопку. О, я первый раз на этом погиб. Не, ну вот так фейл его проходить, конечно, это жесть. Я понимаю, когда там не получается, но, блин, чисто фейл его проходить. То есть на том, что я обычно прохожу и фейлится. А, ну я не знаю, может быть, кстати, есть. Может быть.
Стоп, это какой уже уровень-то? Четвертый, да? Ну да, точно. Так, а сколько континиума взял? Один, да? Вроде бы. Так. Оружие побыстрее собрать, потому что вот тут оно очень пригодится. Ну что ж ты делаешь-то? Как это все печально-то? Нате вам. Да лол, как от этого всего ворачиваться? Хотя вроде получилось. Так, одна бомба — это нехорошо. А вот еще одна бомба. И еще жизнь дали. Надо подойти до босса без континиумов. А, что-то слишком медленно двигается. Я хотел проскочить снизу. Нате вам, короче. Оружие слабовато, надо было больше собирать. Так, второй синий этот. Ого. На, бомбу лови. Опа, жизнь. Прикольно, из него жизнь выпала. Ох, куда же полез-то, ну... Что, мы приехали, но без континиума, в принципе, как хотел. Ну, босса пройти без континиума вряд ли, конечно. Ну, я имею в виду хотя бы эту первую стадию, что ли. Я еще все атаки не изучил. О, задело. Ну на тогда бомбу лови. Мне надо по-любому все бомбы реализовать. Да... Реализовал. А, у меня еще два континиума. Ну, тогда есть шанс. Ну, тут... Если шанс есть, его надо потерять. А что значит вспомнили? Не знаю. Мелодия прикольная. Так, ты вздыхать собираешься? Или сколько тебе еще надо? Ах, ну чуть-чуть же! На-ка тебе! И мне кажется, ее не в любой момент, да, можно дамажить. Так, микрим.
Сдохни, пожалуйста, блин. У меня бомбы закончились, все. Ну, правда, две жизни еще есть. Это, кстати, по-моему, предфинальная уже стадия, когда вот это начинает пускать. О, не замикрил. Зато бомбы появились. Лол, это только первая стадия. Это только первая стадия. Жесть. А я второй вообще не понял. Все, надо максимально оружие собирать. Все, собрал максимально оружие. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, уйди. Да, одна жизнь, одна бомба. Фу, давай. А, микро! Это как от этого было увернуться? Кто-то подскажет? По-моему, она просто использовала атаку убить, и все. А, она просто вниз опускается, лол. Я не понял, ну че, тогда понятно. Микро, 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 микро. И уйти от нее. Жизнь там, жизнь вижу. Есть. Так, это бомба по-любому. Так, это опять бомба. Никак не сработало, или у меня не было бомбы, лол, что за... С, берем. На, бомбу, лови. Да получи еще бомбу. Только бы сдохло. На! У меня ноль жизни, надо все бомбы выюзывать. На! Что это такое? Мне это не нравится. Блин, не хватило бомб, лол. Ой, печалька. А у меня континиум еще есть? Есть, континиум. Давай, надо забить уже. Сдохни. На, лучше бомбу. Что-то пишет. И? О, что, прошел? Походу прошел. О, ну все, наконец-то. Правда, только режим, когда 5 жизней, к сожалению. Но по-любому плохая концовка, наверное, потому что там континиум выбрал. По крайней мере, в первой части так было. К сожалению, непонятно, что говорит. Ну, типа читаем. Смотрим на няшек всяких.
Так много текста, неужели там такой сюжет глубокий? Я, честно, не знаю. Но вроде бы я что-то на Вики там читал, вроде бы там какая-то есть подруга Мариса, да, и вроде она появляется во второй игре впервые, что-то, ну, не знаю. Я пока что не вник еще в эту вселенную. А, bad end, try to not continue. Ага, сейчас. Ну, я не знаю, может быть на Исиче можно без континиумов, но я не знаю. Версия 1.0. О, по-английски пошло, став. О, моя прога вылетела. Зан. Да, спасибо Зану за эту игру. Я так понимаю, это Мариса, это последний босс, и по какой-то причине она, видимо, подружилась, да? Ну, я не знаю. Мы же в конце не уничтожили ее, а вот диалог начался, типа... Наверное, типа, я сдаюсь, но я не знаю. Что-то такое, походу. Ну, в общем, игра мне понравилась. Хорошая. Вообще не похожа практически на первую часть. Геймплей абсолютно другой. Но классно довольно. Но в отличие от первой части, я не горел в этой части. Да, хоть и даже много раз попыток столько делал, но с первой мне прям аж было. А тут, ну, вроде как-то более терпимо. Ну вот, на нормале с 5 жизнями прошел. На последнем континууме. Ну, правда, на последнем континууме у меня там еще оставалось, по-моему, 4 жизни, что ли. Пятьсот 10 тысяч очков. Да? Ну, нет, ну как. В принципе, знаешь, я тогда вот, когда дошел до этого последнего босса, первый раз. Ну, я же дошел. Ну, то есть мне там, в принципе, не хватило чуть-чуть. Еще бы потренил бы раз 20 там, ну, не знаю, может даже меньше, 10 там, да? И прошел бы так и так. Ну, мне кажется. Ну, почему нет? Но в любом случае, даже это было бы только нормал. А есть еще карты Лунатик. Но об этом уже на моем стриме никто не узнает, что на этих режимах там происходит. Ну все, на этом стрим заканчивается. Вопросы, пожелания, замечания, предложения можно писать в чат. Я же прощаюсь. Сегодня, а вообще не совсем, наверное, прощаюсь. Наверное, сегодня будет еще стрим по покемонам. Вот, но на этом стриме я прощаюсь и всем пока.